14-летний подросток устроил стрельбу в школьном кафе. В результате один человек погиб, четверо в тяжелом состоянии находятся в больнице. По данным полицейских, стрелок смертельно ранил себя в шею. Трагедия произошла утром в одной из средних школ Мэрисвилла в штате Вашингтон. Джейлин Фрайберг зашел в кафе и начал стрелять из пистолета. Дети прятались в классах и в панике выбегали из здания. Что толкнуло подростка на преступление и каким образом ему удалось пронести в школу оружие, предстоит выяснить следствию. К расследованию подключилась ФБР.